Продолжаем трансляцию. У нас победитель первенства России 2017 года Артем Овчаренко. Артем, расскажи, сам ли ты ждал сегодня от себя такого результата? Как настраивался на это первенство? Я настраивался так. Я в сборную уже не попадал. Ну, по очкам я так посчитал. Ну, там должны были там вот Загитов проиграть, там чуть пораньше. Ну, тогда, может быть, прорвался бы в сборную. А так я подумал, ну, чтобы точку в конце вот сезона поставить, чтобы меня так еще не скидывали. Ну вот. Получается, то, что у тебя не было такого, как бы вот сильной заряженности, не давил, может быть, такой какой-то груз. Все лидеры с российского рейтинга сегодня рано ушли. Почему ты думаешь, может быть, из-за этого груза, который был у них, или какой-то другие причины? Я думаю, как раз вот из-за груза, потому что у меня уже как-то было все равно, там, выиграю я, не выиграю. Ты фехтовал в финале с Загитовым, вместе с ним же ты фехтовал в команде в Люксембурге недавно. Что чувствовал в этот момент, какие эмоции испытывал? Ну как, победил. Я очень обрадовался. А не было какого-то того, что как бы твой партнер по команде, то, что тебе с ним фехтовать, может, каких-то там дружеских отношений стояли, еще что-нибудь? Ну, мы друзья очень хорошие. Ну, в Люксембурге, как мы первый раз в команде вот были. Ну, а третье место заняли, вот. Итальянцам там проиграли за двойку. Все, спасибо большое, поздравляем тебя. Спасибо.